Да, я вот тоже думаю безымянную попробовать. Ребят, следующего победителя выберем на 115 лайков. Напоминаю то, что... Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я цепанул, походу. Ой-ой-ой-ой-ой, походу угадывать. Контентище подъехал. А бы успеть расклинить, блин. Успевать бы расклинить только. Так, ребят, чатик я не смотрю. Сразу говорю. Момент такой, знаете, ответственный. Поэтому внимательно буду... Вы пока смотрите, как эта рыба себя ведет. И потом будете угадывать. Кто будет ближе всего, получит рулеточку. Ой, не рулеточку, а... Получит 3 балла. 3 балла ивента. Ну и рулеточку давайте. Давайте 2 приза. 3 балла ивента и рулеточку, раз такая рыбка хорошая. Поэтому пока вот... Пока вот смотрите, как она себя ведет. Чатик, ребят, вообще не смотрю. А то если я буду отвлекаться на чатик, то рыбу упущу. Главное вовремя останавливать. И расклинивать. Ребят, вес пока не пишите. Вес будете писать, когда будем подтягивать. Пока еще рано. Потом кто-то из модеров в старт напишет, и тогда будете писать. А пока еще рано писать. На меча похоже. Похоже на самом-то деле на меча. Похоже на меча, ребят. Самое плохое, когда долго вот нету рывков, то ты расслабляешься. Вот расслабляться вот вообще нельзя. А оно все равно у меня рука расслабляется, блин. Видите? Короче, не буду рисковать, буду вот так вот по чуть-чуть. Самое главное, она на одном месте, то есть она меня не мотает. Ну, почти. Хотя, блин, потиху уходит.
Потиху все равно уходит. Смотрите, какие рывки. Ну, уже 90. Не, не буду далеко этот, а то это риск. До красной не буду крутить. Да, мы ее вытащим, ну... Не так быстро, как... Но давайте лучше не будем сильно рисковать. Ну, то есть на оранжевой крутить не будем. Будем крутить только на зеленке. Пускай рыбка устанет. По чуть-чуть и вытянем так и. По чуть-чуть. Не-не, вместо баллов рулетки нельзя. Ну чё, это меч или селедка крупная? Мне кажется, меч. Пока не устает. Пока он не устает. Гренландская? Да не. Хотя может быть и гренландская крупная. Пока не дается. Далеко тоже не надо отпускать на самом-то деле. А то надо помнить то, что у меня в барабане 334 метра. Далеко отпускать тоже нельзя. Надо все-таки выбарывать, выбарывать ее, блин. Надо выбарывать. Пускай погуляет. Спешить не будем. Я думаю, лески у нас в запасе сейчас нормально. То есть повода к панике тоже нету. Пока еще нормально. Пока ситуация под контролем. Потихоньку. Потихоньку, не спеша.
Ребят, чатик я не читаю временно. А то, что сами видите, некогда. Поэтому, кто там что хотел, возможно, спросить? Вытащим рыбку и... Да не, мне кажется, если это меч, то поболее 71. Посмотрим. Сейчас он устанет. Главное вот эти рывки контролировать. А то видите, рывки, блин, и... Тащить тогда, когда нету рывков. Зараза. Вот видите, рывков нету, можно, в принципе, подкрутить. Но, блин, бывает, он резко вот так вот берет и все. А тут тоже вот этот... Тоже так не получится. Ча он устанет. Главное сильно далеко не отпустить. Хотя он и не уходит сильно далеко. Видите, натянул и... Может быть, потихонечку пойдет уже. Не спеша.
Сейчас он уже устанет. Уже 90. Сейчас он будет уставать. Какой износ? Ой, Серег, я не знаю. Сейчас я точно не посмотрю. Потом чуть. Я не помню. Был 14, по-моему, или 15. Все, видите, он пошел. Потиху. Потиху пошел. Будет оставаться где-то метров 20. Тогда будете угадывать. Правда, еще второе дыхание может открыться. Долго тянешь и сколько размотал? Размотал на 110 метров. А тяну, я не знаю, я просто по времени не могу ориентироваться. Так как я не засекал. А размотал до 110. Вот тебе, может быть, ребята в чате напишут, сколько тяну. Или сам можешь стрим отмотать, посмотреть. Все, пошел по чуть-чуть. Ребят, после того, как достану рыбку, еще в чатике выберем победителя на рулетку. Для участия нужно поставить лайк, написать 23 в чате Ютуба. Поэтому, кто еще не поучаствовал, такая возможность есть. Пока тащу рыбу. А я не знаю, что это такое. Меч, не меч, не знаю. Сейчас посмотрим. Достану, посмотрим. Юрчик, привет. Скайбрав, приветствую. Меч, не знаю. Может быть, селедка. Не, я не забуду за старт, я помню. Я потом скажу, кто-то из модеров напишет, кто сейчас есть на стриме. С модеров кто-то напишет. Блин, сейчас может второе дыхание проснуться на самом-то деле.
Тур на какой банке? С этот 41-я, 55-я и безымянная, наверное. Не, ну если хочешь, можешь, конечно, и большие банки попробовать. 80-ку, 75-ку. Но мне кажется, целесообразнее будет баночки поменьше выбирать для тура. Все-таки. Да, видите, потихонечку опять начинает просыпаться. А какие пилкеры? Купи себе люркер 100.07. Голубенький. Просто там ни о чем выдают. Там бонды, там шмонды и так далее. То сразу себе купи люркера. Такой голубенький люркер 100.07. Блин, у меня так этот вспотели пальцы, капец. Руки. А купить тур можно? Да, можно. А купить можно, но не факт то, что окупишь. То есть, если будешь брать тур за серебро, то сразу рассчитывай на то, что ты... рассчитывай на то, что ты его тратишь, это серебро. Вот самое главное. Кто-то из модеров, напишите, пожалуйста, старт, и пускай ребята уже пишут свой вес. Как они думают, насколько это рыба. Кто будет ближе всего к весу рыбы, тот получит 3 балла в этот, в карму и рулеточку. 3 балла в карму и рулеточку. Нужно быть ближе всего к заданному весу. Ну, не к заданному, а к пойманному весу. Сёма, я не знаю, что это такое. Я думаю, то, что это меч. Но опять же, все может быть. Не знаю. Что это такое, я не знаю, Сём. Не надо писать палтуса, Сёма, ты просто вес пиши, тут рыбу не надо писать. Даже если ты угадаешь вес, но это будет не палтус, то все равно засчитается. Поэтому не парься, я же написал вес именно. Именно вес рыбы надо угадать. Я же ничего про палтус, ну, про рыбу, про вид рыбы ничего не говорил. Главное вес. Гренландская, что ли? Ух, 272. Не, ну нормально. А кто-то был близко? А мне интересно, кто был близко? А? Ё-моё. У меня просто руки вспотели. У Сёмы каменное лицо, да? Опять. Ух. Сейчас я вытру мышку, ребят. У меня просто все тут вспотело.
Ой-ой-ой-ой, куда-куда? Я мышку вытирал, алло. Я вытирал мышку. А то все вспотело, бля. Сейчас я, ребят, повытираю клавиатуру, все мокрое. Да, да, походу Дед Мазай, я тоже так краем глаза увидел, но сейчас посмотрим. Так. Сейчас посмотрим. Так, Дед Мазай.